Маленький принц ждал встречи с лисом, ведь он мог посещать его нечасто. Луна вращалась вокруг Земли и совсем не всегда попадала напрямую между астероидом и самой Землей. Принц уже заметил, через какой срок это случается. До следующей встречи было достаточно времени, чтобы обдумать новый секрет лиса. Принц уже знал, что человек – это сложная система инстинктивного и выученного. Что-то дается человеку сразу при рождении, например, инстинкт самосохранения, а что-то можно просто воспитать. Получается, почти все зависит от воспитателя. Но кто же тот воспитатель, от которого все так зависят?